Всем добрый день! Сегодня в меню простой и нехлопотный овощной салат. Всех заранее благодарю за просмотр. Основные ингредиенты: редиска, огурчик, зеленый лук, петрушка, соль, перец по вкусу. Для начала нарезаем редиску. Я делаю здесь небольшую порцию салата. Здесь у меня буквально несколько редисок и половина огурца. Нарезаем огурчики. Далее нарезаем в салат зеленый лук и свежую петрушку. Количество лука и зелени на ваше усмотрение, именно так, как вы любите. Теперь мы салат немножко поперчим и немножко посолим. Теперь я добавляю майонез. 1 столовая ложка майонеза. И хорошенечко перемешиваю наш салат. Я импровизирую. Решила потереть немножко морковки для того, чтобы добавить немножко ярких, красивых оранжевых цветов и вкусов. Я натерла буквально половинку морковки. Хорошенько это все опять перемешиваю. И наш салат, по сути, готов. Вот такой чудесный получился у нас салат. Обязательно поделитесь этим видео. Приятного аппетита!